Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о самодельном велосипедном прицепе, который предназначен для перевозки различных грузов на небольшие расстояния. Вот тут я показываю, как устроены специальные защелки для того, чтобы прицепное устройство случайно не отстегнулось от оси велосипеда. Там также установлены пружины для того, чтобы создать давление, необходимое для надежной фиксации. Вот таким образом происходит соединение прицепного устройства к велосипеду. Теперь проверяю надежность соединения, защелкиваю. После этого нажимаю на рычажок. Действием пружины происходит надежная фиксация прицепного устройства. То же самое произвожу и на другой стороне оси велосипеда. После этого можно проверить надежность закрепление поворотного устройства. Для этого служит специальный болт, который проходит в отверстие двух подшипников, которые установлены по краям поворотного механизма. Внутри контейнера установлена специальная дуга для того, чтобы можно было надежно закреплять какие-то грузы. Вот здесь расположен механизм для снятия заднего колеса. То есть мы с двух сторон раскручиваем два болта, поднимаем колесо и укладываем внутрь контейнера. Болт крепления пружины можно не откручивать. Здесь также имеется отражатель и мигающий красный фонарь для движения в темное время суток. В нем имеется собственный источник питания, а также кнопка переключения режимов работы и выключения сигнала. Здесь я проверяю легкость хода колеса, а также плавность работы поворотного механизма всего прицепа в целом. Для изготовления я использовал трубу 30 на 30 мм, 10 на 10 мм, 10 на 30 мм. И с помощью сварки все это соединял. Задняя подвеска применена от детского велосипеда. Единственное, добавлена пружина и демпферный механизм. В целом, прицеп получился довольно прочный, но тяжелый. Полная масса составляет 14 кг. Тут я еще раз показываю, как можно компактно сложить этот прицеп. Заднее колесо укладывается вовнутрь контейнера. Также вытаскивается болт прицепного устройства. И оно тоже укладывается в этот контейнер. В итоге мы получаем блок высотой 30 см, шириной 45 и длиной 60 см. Таким образом его можно уложить в багажник легкового автомобиля. А здесь показан вариант использования этого прицепа совместно с электроскутером. Так как задняя ось электроскутера расположена ниже, чем у велосипеда, пришлось сделать дополнительные болты, чтобы поднять точку опоры где-то на 5 см выше. А вот маленький эпизод движения электроскутера на скорости 25 км в час. Спасибо за просмотр!